Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор и тест Леди Лео. Вот такая вот у нас героиня. Очень офигенный герой для PvP локации, именно для PvP, для забытой, для лабиринта. Неплохо смотрится, потому что там надо очень быстро либо застанет, либо забрать энергию, обездвижить противника. В общем, для таких именно локаций она и создана. Для остальных локаций, честно говоря, она ни о чем. Чем хорош герой? Наносит зональный урон, также в зоне этого урона в течение 0,5 секунд, грубо говоря, точнее не в течение 0,5 секунд, а наносит каждых 0,5 секунд на протяжении 3 секунд урон в зависимости от атаки. Также дополнительно на их станет, ну, на данном скилле на 1 секунду. Кулдаун 3 секунды. Кулдаун, как видите, небольшой. Также у нее встроенный баст. Вот это что самое интересное. То есть дополнительный встроенный бастион. Так. Мы сегодня ее сделаем немножко с другой сборочкой. У меня она... Сейчас я вам расскажу, с какими сборками стоит. Но мы здесь сделаем именно такой вот вариант. Ух ты. Жесть, у нас не хватает рун. Все, прокачка отменяется. Так, у нас она будет с порочным пактом плюс 150% урона. Рунами у нас будет стоять ремка. Ремок у нас тоже нет, как видите. Бедный аккаунт. Ремок у нас не хватает. Вот она. Такс. Так, ладно, давайте сделаем. Потратим на минуту, но сделаем вот так вот конвертацию. Сделали. Так, окей. По талантам. По талантам бог войны можно ставить. Был у меня с богом войны. Грубую силу можно ставить. Что для нее топовое, это железная воля. Почему? Потому что железная воля, она не станется, она дальник, и она ударит у вас первой. То есть ее невозможно будет застанить. Единственное, возможно, будет там ара заблокировать. Плюс у нее не снимет там энергию душегуб или другие герои, которые могут ее отнимать. То есть железная воля на PvP локации, на забытую, на лабиринт, это топ. Можете посмотреть отдельный обзорчик, он есть. Я решил здесь прокачать с таким вот скиллом, посмотреть на ее дамаг. На 12 скилле у нее получается открывается вторая зона, и соответственно ваш герой будет лупить еще круче, потому что будет область намного больше. Ну, в общем, тоже это можете увидеть, есть тест на 12-12, или со временем здесь увидите, я пока все равно их не спешу качать. Так, ну что, поехали, вам покажу ее сейчас в такой сборке. Так, мы ее, конечно, не поставили сюда. Сейчас мы вместо ангела. Так, где ты? Вот она. Поставим ей. Вот так, чтобы вдруг будет застанет там. Снял. Так. Ну, тут, как видите, уже у меня в районе 300к. Здесь хорошие противники с огнекрылами. Ну, сейчас покажу вам ее просто в действии. Вот видите, зона была, она ударила по башням, но из-за смотрителя мы ничего толком не увидели. Ладно, делаем эволюцию и потом уже посмотрим конкретно на нее. Как обычно, эволюция, аугментация. В принципе, можно так сделать. 22 штуки. Такс. По созвездиями, по чарам. По чарам можно ставить плюс одну клеточку. О, еще жабка вылезла. Ставить плюс одну клеточку. Чем хорошо, она, возможно, будет
первое у вас зацепит кого-то, если радиус подойдет. Я не помню, сколько там клеток, честно говоря, не заморачивался, но у меня плюс одну стоит, мне нравится. Либо на урон чисто собрать, либо доспех поставить. То есть такие вот варианты. Поехали, сделаем ее аугментацию. Сейчас сразу же прокачаем чары, все дела как обычно. Ссылочка на конкурс в описании, не забываем, чтобы потом не говорили, я не слышал, я не видел, я не знаю, на выходных. Так, ну я уже не знаю, какой раз это выходит. В общем, вот так вот у меня уже накопилось 42 рвения. Так, книжечки надо будет забрать потом. Окей. Поехали на нашего героя. Так, ну у нас тут, конечно, талантик интересный. Для PvP локаций не то. Так, на тыкве у меня уже пятерка даже стоит. Тут у нас пятерка. Тут у нас четверка. Рино, Афина. Пятерка стоит для теста. Даже, честно говоря, никому поставим. Поставим сюда пиромага, пусть пока побудет. Так. Давайте за самики попробуем что-то словить. Ну, в принципе, можно это влепить там не особо. Потом будем все равно всех перероливать. Так, Леди Лео, вот ты. Конечно, не особо ее спасет. Ну, а вдруг... Ослепление. Ладно, давайте паролим еще что-то. Всякого говнеца наролим, как обычно. Ладно. Так. Поехали. Немножко подобьем золотца. И сделаем на максимуме, уже будем тестить на максималке. Блин. Так, 800 и 600 где-то надо ставить. Окей, есть. С этим разобрались. Уже опять надо все-таки быстрее качать всех героев нам. А то я буду не успевать скупать. Так. Брейд, окей. Сейчас вам покажу ее в действии. Если, конечно, будет какая-то подходящая расстановка где-то, чтобы можно было понаблюдать. Так, Афина, Фрея. Ну, если попадет, то попадет. Вот смотрите, видите, какой зональный у него урон. Мы сейчас пойдем по локации, там будет более наглядно это все видно. Терпение. Боже, что тут только не настроит. Стремно даже ходить. Так, окей. Поехали. Вторая эволюция сейчас будет у нас.
Так, окей, есть. Эволюция. Камешки. Сейчас, по идее, у него должен быть очень-очень-очень бешеный дамаг. Посмотрим, как она будет справляться. Вот видите, рядом ударила. На этом все, скажем так, закончилось. То есть она бьет рандомно. Вот этом тоже есть и плюс, и минус. Вот видите, перед Минотавром сейчас ударило. В общем, такое. Для PvP локации именно там, где герои кучно стоят, это самый топчик будет. Сейчас, в принципе, вы это все увидите. Не на слове, а на деле. Так, окей, финишная прямая. Так, отлично. Такие противники радуют. 2-3 противника, и уже можно делать эволюцию. Так, есть. Скина, к сожалению, у нее пока нет, но когда будет, будет очень интересно с разными сборками ее сразу сделать. Однозначно железная воля будет второй. Что мы имеем? Встроенный бастион, 152 тысячи жизни, не так уж и много, атака тоже небольшая. Зональный урон, в принципе. Ну, в принципе, все. Станет уже на 2,5 секунды, кулдаун 3 секунды. То есть она, если будет заряжаться очень хорошо, будет офигенно шатать. Теперь смотрим на шаталку в рейде, на максималке. Пока не 12 скилл, переведем, когда докачаем. Ну вот видите, 62 тысячи и все, и до свидания. Стрелок просто слил из-за того, что еще пониженная. Поехали на... Подземки смысла нету, поехали на арену. Сейчас на арене хоть против каких-то топов, мини-топов. Потестим. Вот она. Вот хранитель. Так, ну-ка интересно. Ну вот смотрите, что она сделала. Видите, зонально ударила там и практически их вынесла. Но урон, конечно, неплохой. Баст плюс. Ну вот и все. Правда, они без эволюции. Но ничего так. Так, вот это, думаю, интереснее будет. Нет, то же самое. Вот так вот. Разобрала их. Остался Ронин дух. Ну вот по камню, когда ударила, урон, как видите, неплохой получился. Так, повелитель бури, череп. Давайте против черепа. Тут уже хотя бы с эволюциями. А вот стрелок забрал энергию. Было бы у нас... Ну, такое, видите, она сейчас умрет, скорее всего, да. Наполовину героя, в принципе, сняла. Так, ладно. Самое основное, это вот эта вот локация, где я ее использую в разных пачках. Убираем отсюда седну, ставим ее. Ой-ой-ой. А, я тут не бегал. Вот нуб пропустил, как обычно. Так, вот видите, герои кучно стоят. И вот самое основное, чтобы она ударила. И
Вот здесь она реально очень-очень круто помогает. Плюс Дрейк, плюс малышник можно сделать. И просто будет мега эпическая у вас пачка, которая будет просто тупо станет офигенных героев. И они ничего не смогут сделать. Ну, только надо будет кем-то еще убивать. Так, давайте против Бигфута. Получим сейчас люлей однозначно. Даже, вот видите, заблочили. И все. То, о чем я говорил, что ее ара блокирует, и на этом все заканчивается. И от нее толку никакого не будет. Так, ну тут у нас вариантов 0. Поехали против Гаргула, посмотрим. Гаргул, рогатка. Ну, так вот. Рогатка, рогатка. Ну-ну-ну-ну-ну, кто кого. Ну, смотрите, как она их красиво вынесла. Урона, конечно, у нее дофига. Спору нет. Сейчас в экспедиции затестим, что по урону у нас получилось. Ну, неплохо. Так, мы еще ж не наролили. Ладно, в забытое я вам показал. Мы чары, созвездия не наролили. Думаю, что за фигня. Собираем ее на крит. Чтобы максимум дамага было. Она все равно в любом случае будет сливаться, так как у нее не особо много хп, хоть и баст есть. Так, уклон даже не будем брать. Так, нам нужен крит. Атака жизни, не то. Вот давайте так соберем, ладно. Или просит. Так, нам бы еще крита. Крита, пожалуйста. Не хотят нам крита завозить. Вот, наконец-то, крит. Крит не то. Интересно, сколько сейчас же будет урон. О, атака, крит сопротивление. Ну, поехали. Поехали в экспедицию. Так, убираем всех этих нубасов. Вот так она с Ремкой сейчас будет сразу же стартовать. Ой. Да что-то стыдно мне стало. Это уже получше. Ну, честно скажу. А, это еще ударил этот. Смотритель. А, так, смотрим. Ну, вот так вот. В районе там 40 тысяч. Не топ. Не топ урон. Но бьет. Чуть бьет. Вот такое себе. Когда будет 12, будет намного ярче. Хорошо. Давайте сделаем еще так. Берем Ремку и поставим сейчас грубую силу. Так, думаю, будет повеселее набить. Хотя у нас и крит урона нормально натаскали мы. Что-то я вообще не понял. Она где-то вот какое-то здание ударило. Ну а героев ты бить будешь или нет? Жесть. Забор шатает. Все, что хочешь, шатает. А то, что надо, не шатает. Потестили, называется. Так, еще заходик.
Не бьет. В общем, поставили грубую силу, она героя вообще перестала бить. Ну вот ударила половина, ну, честно говоря, что-то не особо мне нравится. Так, ну что, она сейчас с Дрейком будет? Вот, вот сейчас вот было что-то интересное. Ну такое себе, не особо. Я же говорю, от нее самое главное это стан. Зональный офигенный стан. Сейчас попробуем. А, у нас тут только Атлант. Что мы тут попробуем? Так, а вот стрелок. А была бы железная воля, сейчас без проблем бы шатали. Ну, как видите, проседает, получается, она у нас очень жестко. Так, хорошо, давайте еще ремочку назад вернем. Пойдем добьем. Так, ну опять стрелок. Ну вот сейчас вот что-то было интересное. Конечно, хранитель включился, но посмотрите, она там половину вынесла. Единственное, что она будет убиваться об отражалку только так, с таким уроном. Это нереально просто выжить. Так, ну тут, по-моему, тоже без вариантов. Но посмотрите на урон. Офигеть. Достойно, достойно. Если был бы еще кто-то хотя бы на отхил или добивочку, в принципе, слили бы свободно пачку таким составом. Ну, это странно очень. Так, ну тут, я думаю, мы затащим. В общем, ребят, вот такой вот герой, сборка очень интересная, но опять же от стана защиты нет, от забора энергии тоже защиты нет, поэтому, как по мне, лучший все-таки вариант это железная воля, это что-то будет среднее, все равно она у вас долго жить не будет, но зато будет более универсально. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, всем удачи, всем пока.